хорошего Питера. Всем ассалам алейкум. Взял с собой камеру и не посмотрел карту памяти. Иду, а у меня камера не горит. Ну, в смысле горит, а не мигает. Карточки-то нету. Короче, быстро на телефон, потому что памяти нет. Сейчас хочу сходить в ленту. У нас сегодня вечером вечеринка. Вот, сходить в ленту, кое-что посмотреть. Кое-что купить. Вот. Плюс надо узнать по поводу мобильной связи там кое-что. Вот. И потом уже вечером пойдем на дискотеку. Я не знаю, буду ли я там что-то, ребята, снимать, потому что, ну, не знаю, посмотрим, короче, как получится. Надо только карточку памяти вставить, а то зарядил, а карточку не взял. У нас сегодня пятница, там машинки вовсю тягают, сосед забыл машину убрать, но у него дома никого нет. Не знаю, может, спит, он обычно бывает спит. Ну, да ладно. Это не первый раз уже происходит, поэтому каждый раз бегать по соседям не хочу. Если раньше я как-то старался там, ой, уберите машину сегодня, что, а теперь мне наплевать. Спасибо все равно никто не скажет. Поэтому так, сегодня у нас дождь шел. Ну, так чувствуется, что морозненько. Это вот последние такие денечки, когда зима еще пытается как-то тут поруководить, и на этом все. Так что вот, все, ладно, больше что, ну, если что-нибудь в ленте будет интересненько, покажу. Нет, значит, нет. Что ж ты ему сигналишь-то? Все, пойдемте в магазин, а вечером уже пойдем на дискотека. Как стало, каждый день приходишь, и все дороже и дороже. Лимон, я так сейчас удивился, вот неделю назад были в ленте, я покупал лимонад, ну, какие-то там традиции, он стоил 49 рублей, сейчас прихожу — 87, с какого хрена? Что за неделю произошло, что он стоит 87 рублей, мне непонятно. В общем, то, что мне нужно было, того нет. Ну как, позиционируются скидки на эти товары, но именно на мой товар, как назло, скидки нет. Вот, ну ладно, взял кое-что другое. Так что, ребята, вот такие вот дела. Ценники просто атомные. Молоко, сметана, вот эти все молочные изделия. Каждый день все дороже и дороже. А еще говорят, что сахар, будет дефицит сахара. Бред какой-то вообще, что у нас сахара нет? В общем, жесть какая-то, ребят. Слушайте, а погодка-то на улице разыгралась. Все, вот, ничего не взял. Свыше 500 рублей. 500. Раньше, помню, на 500 рублей покупали 2 мешка. А сейчас хрен да ни хрена. Взял на акции, стояла у них мириндонька вот такая. Давно что-то, ребят, миринды не пил. Раньше я ее очень любил. Сейчас вот попробовал. Не знаю, ребят, что-то не зашла. Так же, как и фанта стала какая-то. Но вот по сравнению с мириндой, фанта лучше. Вот фанта мне раньше нравилась больше миринда, а сейчас вот фанта. Ну, на акции 20 там с чем-то рублей, 27, по-моему, или 28. Нормально, один раз нормально попить. Сидр — такая вкуснятина. Взял вот сидр сегодня в ленте. Мистер Лис называется. Сочная груша. Слушайте, ослиная моча с привкусом груши. Не знаю, мне не понравилось. Гадость редкостная. Че вся тащится от этого сидра? Ну, может, это груша такой вот. Все, никак не соберусь яблочный попробовать. Не знаю, ребят, кому нравится сидр, ставьте лайки. Так, ну что, иду чуть-чуть пораньше. Хочу еще забежать в фикс прайс. Кое-что там мне надо посмотреть. Кое-какую штучку. Не знаю, вчера просто был, забыл посмотреть. Вот сегодня надо зайти посмотреть. Поэтому особо торопиться не буду. И еще иду с запасом, потому что туда ехать на троллейбусе. А он очень ходит так, к вечеру. У них интервал, по-моему, час с лишним. Поэтому... Потому что в прошлый раз я приехал, уже время было такое. Ну, я как бы ненадолго опоздал, но мест уже много было подзабитых, и я сидел с теми людьми, которых я не знаю. А хочется все-таки сесть поближе к людям, которых я знаю. Ну, у нас сегодня много будет старичков, поэтому... Ну что, вот все, пошли. Только подошел к остановке, и сразу троллейбус. Слушайте, какой кондуктор, я таких вообще никогда не видел. Он каждому входящему — добрый вечер, выходящему — здоровья вам, всего самого хорошего. Проходите, садитесь, держите за поручни. Есть свободные места. Слушайте, ребята, вот жить даже хочется, когда такие люди. И ему в ответ говорят спасибо. Я вот ему сейчас тоже там всего нажевал там. Ну, какая зачуханная копеечка. Типа вам всего хорошего. Ой, корешки-то как пахнут. А, вон тут рыба. Кстати, говорят, корешка что-то по 1500, что ли, продается. Я говорю, вы что, вообще там охренели в конец, что ли? По 1500. Короче, вот так вот, ребята, вот такие вот у нас есть кондуктора. Была бы возможность, знаете, как в этом, в такси поставить оценку, ну, 5 звезд,
5, 10, 15. Ну, он такой пожилой мужчина в возрасте, как бы, ну, слушайте, представляете, каждый день всем такое говорить. Дай бог ему здоровья. Все, мы пришли, сейчас я хочу зайти здесь в перекресток. Ну, короче, в торговый центр мне нужно. И потом пойдем, потому что у меня еще есть время. Ничего я не купил из того, что мне было нужно. Ну, там, я хотел сувениры, подарки. Ну, просто я узнал об этом вчера только вечером. А ничегошеньки нет. Ну, ладно, пойду с конфетами. Конфетки всегда пригодятся. Тем более, сейчас будут что-то там пить, запивать. Можно и под конфетки, там, коньячок с конфетками. Или какой-нибудь мартини тоже с конфеткой, самое то. Конфетки всегда хорошо. Так что, ребята, вот такие вот делишки. Все, мы пришли, мне еще осталось... О, кто-то забыл фары выключить. Прощай, аккумулятор. Я один раз так забыл на «Газели» фары выключить. По-моему, на «Газели» я. Да, днем. Вспомнил об этом только вечером, и без того худой аккумулятор сдох. Вот. Наш кот еще не ставил аккумулятор, наверное, на следующей неделе. Я говорю, даже женщина напротив со стоянки уже машину забрала. Ну вот на следующей неделе все подготовлю туда. Надо будет масло проверить. Я не помню, ребята, когда я последний раз масло менял. Вернее, я помню, но сколько я после этого отъездил, ну точно 10 тысяч даже я не наездил. От силы 1000-2-3. Поэтому надо будет взять щуп, посмотреть, какое там по цвету масло. У меня, в принципе, целая канистра. Целая это есть, посмотреть, сколько там. Вот Suzuki Jimny, но это еще в старом кузове. Попробовать, может быть, поменять это масло и купить еще такую же литровую бутылочку. Да заменить, хотя с другой, не знаю, в общем, надо посмотреть, какое масло там. И если оно, так скажем, черное, то заменю. Он тоже, видите, Шкода. С такими же колпаками, как... А, нет, у меня таких колпаков уже нет. В общем, будем смотреть. Так что вот, все. Потихонечку. Кстати, я оделся вообще вот футболку такую. Думал, будет холодно. Нет. Куртка теплая. Можно даже и свитер не надевать, когда вот... Только совсем, когда холодно. Так что вот, вот мы пришли. Вы видите, там написано «Русал». И вот с той стороны там «One Bar» называется. Вот так. Но там еще, видимо, никого нету. Поэтому мы здесь постоим. Ну, я, вернее, сейчас дорогу перейду. И уже будем заходить. Да, посмотрим, поснимаю, не поснимаю. Так, ну что, еще никого нет. Время ровно почти. 8 минут, чтобы уже есть. Так что вот, видите? Покажу, пока никого нет. Там вот зал с этим самым, с караоке. Там еще места. Ну и, в принципе, все. Ну, небольшое такое заведение. Поэтому пока ждем народ. На улице такая тишина, никого нет. Все спят. Что, закончилось наше день рождения нашей группы. Время 6 часов утра. Что-то у меня опять голос осип. Накричались там. Очень хорошо посидели. Единственное, что-то у меня уже от пива. Последний бокал уже так, что-то я чувствую, что как-то он уже лишний. Не очень оно мне как-то зашел, последний бокал. И вообще пиво какое-то, не знаю, я вот Василий Островская. И их фирменное пиво. Что-то гадость редкостная. Не знаю, что-то пиво как-то тоже испортилось. Вот. Так вроде бы не холодно, но они там включили кондеры на полную в самом конце. Дубак такой, я в одной футболке, поэтому я иду и дрожу. Вот, короче, транспорт уже ходит. Потом сейчас на остановку, на автобус и домой. Все, спать, спатушки, ребята, спатушки. Хорошо посидели, потанцевали, без приключений. Ну, можно сказать, что без приключений. Там парочка не в счет. Так что вот, все, на этом все. Финита а-ля комедия, все закончилось. Быстро пролетело. Слушайте, никого нету, все спят. Ну, вон там что-то вдалеке док светится. Больше ничего. Я ушел пораньше, чтобы, знаете, я всегда... Ой, здесь гаражи даже есть, ничего себе. Я ушел немножко раньше. Я всегда минут на 5-10 ухожу раньше, чтобы толпы не было, чтобы там не толпиться, чтобы быстренько получить курточку и свалить. Все, ребята, спасибо всем, что смотрите, подписывайтесь, лайки, все дела. А я пошел домой отдыхать. Спать хочу ужасно. В прошлый раз я так не хотел спать, как сейчас. Сейчас меня прям в сон клонит. Так что все. Да?